легендарных стенах, потому что это часть нашей жизни. Я верю, что все, кто пришли сегодня сюда, это театр, это часть нашей жизни. И у истоков, основоположники ее, удивительные актеры, удивительные воины, это главное. Знаете, то, что и Юрий Петрович, Царь Небесный, и вы, воины, это такой показатель. Поэтому это театр, прежде всего, мужество и талант. Вот вы воплощение, вот спасибо. Ваше дело правое, наше дело правое, мы вот помоложе нас, но мы тоже на тех же позициях, стоим верны нашим всем идеалам. И песню, Николай Владимирович, может, вы ее помните? Эта песня была написана, подписана в печать 28 июня 41 года. Авторы говорили. Авторы Борис Иванович Фомин, не больше, не меньше, наш великий романсист, и ростовчанин Григорий Гридов, который написал эту песню и погиб в окружении под Вязьмой. И первые эшелоны с Белорусского вокзала в Москве уходили под эту песню, и не раз, и не два, пока не была написана «Священная война». Вот если можно, мы вам ее сейчас спросим. На родных полях забыли ураганы, тучи полегли над самою землей, огневым дождем встречать гостей незваных пробил час, товарищ боевой. Мы не раз и не два нервно учили обходить стороной русские луга. И не раз и не два мы в поход ходили, и не раз и не два били в врага. Были мы всегда отвалили упадали, и когда страна скрикала нас в поход, лавой грозовой на всех врагов заметы понимал сынов своих народ. Нам не раз и не два верно учили обходить стороной Руси и Луга. И не раз и не два мы в поход ходили, и не раз, и не два, дыры врага. Родину и вещь нам завещали деды, жизнь и нищета, в атаку шли отцы. Пробил час и нам сражаться до победы, в бой вперед за родину бойцы. А мы не раз, и не два, нервно учили обходить стороной русские луга. И не раз, и не два мы в поход ходили, и не раз, и не два били мы в врага. И не раз, и не два мы в поход ходили, и не раз, и не два били мы в врага. Народный артист России Юрий Назаров, заслуженный артист России Юрий Беловайцев.